Я думаю, что молодежь должна себя пробовать везде. В принципе, это только опыт, только плюс. Попробовать себя в спорте. Спорт – это как для здоровья. И еще общественная деятельность, я думаю, что для молодежи обязательная вещь, потому что в любом случае человек будет работать где-то, она ему обязательно пригодится. И учиться, работать, думаю, попробовать надо себя везде. Поставить себе какую-то цель и определенные сроки, да, что я, например, себе поставил цель, что я должен в течение года на каком-то серьезный результат привести по спорту, или это не мое. И тренировался к этому, чтобы просто идти, тоже нужно определенную работу проделать, если стараться, и я думаю, что обязательно все получится. У меня там проект «Интеграция преодоления жизни», руководитель. Проект направлен на развитие инвалидных видов спорта и развитие редких видов спорта. Наша основная цель – это, наверное, привлечь спорт в общественную деятельность людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы как-то видим эту проблему изнутри и предлагаем свое решение. Поэтому мой проект уже развивается третий год. И на сегодняшний день мы уже собрали баскетбольный клуб «Скала». Это ребята-инвалиды, которые играют в баскетбол, ездят на соревнования. Мы сами видим, да, как за последние 4-5 лет в республике очень все изменилось. Молодежь стала более культурной, не безразличной, да, к ситуации вокруг. Они стали более добрыми. Я считаю, что сегодня государство поддерживает, предоставляет все условия. Главное, чтобы как бы мы начинали. За нас делать этого никто не должен, я думаю, это мы должны делать в первую очередь. И в то же время учить своих младших братьев, там, друзей. Я думаю, что люди, молодежь какую-то часть времени свой тратит напрасно, да, зря. Там просто можешь сидеть дома за компьютером, игры играть. А хотя они могли это же время сейчас в Дагестане, я как знаю, 52 общественных организации, куда они могут прийти и узнать, какая работа проводится молодежью. Понять, что такое общественная деятельность вообще, познакомиться с волонтерами. И обязательно они найдут себе какие-то свои интересы и обязательно могут провести это же время с пользой. И эта практика им в будущем тоже поможет и на работу устроиться, и по жизни очень необходимо.